Зимний сезон у футболистов из спортивной школы Одинцова в самом разгаре. На тренировках в манеже уделяют больше внимания технике, а на стадионе оттачивают игровые навыки. Сейчас у нас переходный период такой до Нового года, но с начала января, в 20-х числах, у нас намечается первенство Москвы зимнее, которое проходит в один круг, и оно будет как подготовительный такой турнир к основному нашему чемпионату на Московскую область, который уже начинается у нас весной. Перед тем, как прийти в футбол, Сергей занимался хоккеем. И вот уже 3 года играет за любимую футбольную команду. Игра укрепляет командный дух и мотивирует на победу, говорит юный футболист. Футбол мне больше нравится, не то, что команда, она как бы комбинирует между собой. И вот то, что это командный вид спорта. То есть я не пошел, допустим, в теннис, потому что не люблю поодиночке, люблю делать все в команде. По итогам прошедшего сезона тренеры отметили значительные успехи ребят. Упорные тренировки, участие в соревнованиях, турнирах, тренировочные игры приносят свои плоды. Мы видим, что наши дети как бы продолжают развиваться. Вот самое главное, что они стремятся к этим занятиям футболом. Как бы вот практически нет таких и не было никогда, чтобы кто-то пропустил и искал причину пропустить занятия. Все время желание. И это вот больше всего нас радует. Команда спортивной школы Одинцова заняла 3-е место. А тренировки продолжаются. 3 раза в манеже и 1 раз на улице. Ребята уже готовы к новым спортивным победам в следующем году. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.